Привет, спать не спать. Я покажу товары. В конце дня и товары для рисования. Это такие цветные карандаши со стразами. Здесь их 6 штук. Раскраска с блесками. Зима, осень. Здесь состав краски с блесками 3 цвета. 2 рисунка. Две девочки. Так их 4 вида. Такие вот две девочки. Очень классная раскраска. Такая вот еще, второй вид. Трафареты для рисования. Здесь трафареты с фруктами и овощами. Очень удобные для рисования. Вот такие вот. Набор фигурных гелевых ручек, две штуки в виде оленей зеленого и фиолетового цвета, очень красиво. Новенькие, я таких еще не видела. Вот такие в виде мишек белых, ананасики и пандочки. Набор гелевых ручек 24 штуки, стоят 199 рублей. Цены здесь. Подойдут для рисования. Или так писать. Маркеры. Создавая воздухом интересные рисунки и эффекты. 2 волшебных фломастера, 14 фломастеров, меняющих цвет. Прикольный такой наборчик. Набор воздушных фломастеров, меняющих цвет с трафаретами. Здесь есть еще трафареты. Так что очень интересно, я такие еще фломастеры не видела. Это новинка, наверное. Подпишись, нажми на колокольчик и смотрим видео. Набор художественный. Здесь 12 фломастеров, 12 карандашей и 1 точилка в наборе. 25 предметов всего. Пишите, может кто пробовал такие. Такой набор хороший, но никак. Есть в разных цветах с пантами и точилок. 2 цвета. Но фломастеры, карандаши здесь все одинаковые. Вот такие вот картины по номерам. Здесь товары для творчества, для всех возрастов. Картина гравюры. Здесь скрепу в комплекте. Такие палочки здесь нарисованы. Также там есть всякие разные виды. Набор бумаги для рисования. Подходит акварелью, гуашью. Здесь длина 3 метра. Стоит 199 рублей. Рамка для фотографий, диплом. Такой вот мишка приготовился. Привет! Я сходила в Фикспресс и взяла вот такой вот набор цветных карандашей с точилкой. Написано премиум качество. Здесь 36 штук плюс точилка в комплекте. Такие вот цвета.
Я сделала выкраску этих карандашей. Вот такие у меня получились цвета. 36 здесь цветов. Белого карандаша здесь нету. Ребята, а вы подписывайтесь на мой канал Анчик Нарисуйка.